Летать из Мирного в Санкт-Петербург и обратно по приятным ценам смогут пассажиры с дальневосточной пропиской. Авиакомпания «Алроса» в этом году получит субсидии из федерального бюджета на выполнение данного рейса. Льготные билеты из алмазной столицы в культурную стали доступны по итогам дополнительного отбора, который провела «Росавиация». Продажа субсидированных билетов стартует уже на этой неделе. Рассчитывать на них могут граждане любого возраста. Главное условие – это прописка на территории Дальнего Востока. Помимо авиакомпании «Алроса», продажу льготных билетов запускает и авиакомпания «Якутия». Она доставит пассажиров из Якутска в Санкт-Петербург и в обратном направлении.